Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем, и пока народ оттуда приходит, я занимаюсь своим любимым делом. Да, я это, болтаю языком. Да, рында я уже болтнул там, чтобы было слышно. Но она хорошая. Слушай, ну только рядом с... вот нужно шнурочек так... Ой, нужно шнурочек такой подальше, чтобы не рядом стоять, потому что звуком сносит. Чтобы так, дан, оттуда. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы запустим трансляцию. Сейчас, прямо вот сейчас, сейчас она там запускается. Ай. Заработала? Пошло. Да, дуб, в смысле, второе отделение. Ну что, в общем, вот так вот, 8 лет. 8 лет мы как-то существуем, мучаемся, что-то делаем. По крайней мере, нам это нравится. И нравится и нашим слушателям, да и сам я иногда бывает, достаточно часто, когда там настроение, например, плохое, или наоборот, настроение хорошее. Или никакое настроение. Берешь так, включишь Бортрадио, и как-то так становится лучше. Потому что вот как ни крути, а все-таки песни наши, они имеют какое-то целебное, наверное, свойство. Есть много, то есть можно зайти послушать радио «Калина Красная». Отличное радио, прекрасное радио. Я рекомендую. По-моему, в Питере появилось оно. А так там было в разных городах. Но можно послушать там «Радио Турист», можно послушать «Радио Поговорим». Значит, ну, есть много радио, которые посвящены авторской песне. Ну, да, мы как бы были одними из первых вот в таком традиционном формате интернет-радиостанций. Я, кстати, скажу, что мы не только в интернете, в некоторых местах мы и в эфире. Мы вырежем потом это из трансляции. А, она уже идет? Ладно, тогда ничего не буду говорить. Вот. Но наша радиостанция отличается еще и чем. У нас, наверное, самое большое количество авторов из всех, то есть у нас действительно громадный там объем авторов совершенно разных. Мы не ограничиваемся теми 20, 30, 40 или 50 именами самых популярных. У нас есть те, кто уже давно ушел, те, о ком все забыли, а они у нас есть. Есть, конечно, те, кого хочется поставить, но, к сожалению, качество записей, которые есть, мне пока, например, не удается, например, вычистить записи Александра Сказкоподателева. Да, такая вот фамилия. У него замечательные песни. И песни его знают некоторые. Вот. Но о том, что он их автор, и о том, что, так сказать, он их когда-то сочинил и пел, знает мало кто. Если кто помнит, в свое время Старцев и Митяев пели этот «За окном то лето», как это, «Огурец на вилке вроде шашлыка, и чего это катится по моим щекам», это его песня. И у меня есть на компьютере запись его, но она такого ужасного качества, другой просто нету. Мы стараемся как-то это все сделать, там почистить, выпустить. Но не всегда это удается, иногда. Я вот жду, когда искусственный интеллект дойдет до того, что сможет вычищать и такого ужасного качества записи. По крайней мере, надежда на это есть. И мы работаем командой. Постоянно есть кто-то, кто пинает нас, кто нас вот тормошит. И это совершенно разные люди. Это
Ирина Лившиц, которая любит внести какой-то такой вот творческий сумбур. Это да, вон там он пробирается у нас. Да. И Света Любецкая, которая тоже иногда, значит, у всех бывает. Но один из таких больших пинателей наших сейчас копается в телефоне и выйдет на сцену. Это Анастасия Евграфова. Вот, наш как это, креатив-директор. Но я бы так сказал, что она делает, в общем, ничем невозможно так вот какие-то рамки сделать, потому что ей придет в голову, то она и делает. Знаете, многие слышали о том, что... Интересно, а куда он пошел? Судя по... Подожди там минуточку, чего ж ты уходишь-то не в ту сторону? Аплодисменты Сергею Нотику, да, это гениально, это гениально. Я участвую сейчас как, ну, конкурсантка в... Хорошо, главное по-русски научиться вспомнить, как разговаривать. Конкурс «Месяц Центральный район», да, и у нас, соответственно... Много всего разного, да, и там будет один из этапов «Месяц талант». И я долго думала, какой бы мне себе талант-то, ну, присвоить, да, как показать. Я смеялась как раз о том, что я осознала, что лучший талант мой – это организовать. Вот даже не написать там, не что-то, да, как бы, а вот что-то придумать, да, и найти, кто это будет делать. Вот, я вот к чему. Мы же вот на чем сошлись-то. Потому что вот это же не флаг Бортрадио. Флаг Бортрадио где-то решил спрятаться от нас. Поэтому мы теперь ездим с баннером. Еще один. У нас флаг Бортрадио сняли в последнюю ночь на Грушинском фестивале. Мы такие утром такие, ну, собирать вещи. А... Да, вот кому, ну, реально, кроме шуток, было такое. Интересно, реклама-то куда пошла? Представляешь, кто-то забрал себе. Ну, это же шикарно. Так вот, в общем, идея-то в чем, да, что как бы нам же скучно было Бортрадио, ну, поэтому мы сделали проект. Ну, мы, конечно, мы, потому что это Вадик, Нотик и я, как минимум нас трое, четыре логотипа, да, мы сделали проект Бортрадио Среда, поняв, что одного радио все равно мало, что нужно делать комплексное что-то. И, собственно, в этом сезоне провели концерты всех клубов, ну, практически, не всех, к сожалению, да, но по-разному, все уже знают причины, да, как бы мы честно хотели. Вот, что мы выпустили клубы на сцену «Гнезда глухаря» и сделали об этом вот отдельные концерты, представления. Мы доберемся, по каждому клубу будут добавления, ну, аудио, и будут передачи внятные и четкие, то есть не просто запись концерта, которую вы можете в Ютубе посмотреть, да, как бы с комментариями и с дополнительными рассказами, которые не вошли в историю. Вот, и, собственно, делаем концерты в том числе, да, как бы именно проектом, потому что Бортрадио тут помогает рекламой, как и Борт-календарь, да, Борт-ТВ, собственно, Вадим Елисеев, да, кроме того, что даже если его нет, да, то на камеру-то мы снимаем и монтируем, то он потом в любом случае выкладывает, да, это вот все, оно все вместе, наше творчество на троих, по большому счету, так и есть. Я вот чего, мы сегодня так много, нас тут есть, а на входе есть рекламки, а их никто не взял. А у нас ближайший концерт 16 мая в «Гнезде глухаря». Я фишку нашла, понимаешь? Вот в чем вся история. 16 мая Питер поет, песня была так отжала. А так вышло, что я нашла свою песню. То есть нет, я писала, у меня даже есть свои песни, написанные мной, но есть песня-визитная карточка, без которой не обходится уже вот в течение нескольких лет практически вот ничего. Играет мне Сергей Нотик, поэтому я его просила далеко не убегать. Он ждет. 128-я версия для тех, кто слышал. Они все время разные. Теперь мы ставим листочек не чтобы слова забыть, не забыть, а чтобы попытаться повторы сделать там, где надо. А вдруг получится. Сделать там, где не нужно, не получается. Ну,
поэтому версии свои каждый раз. Ладно. Сейчас мы гудеть. Вадик, отключи это. Да. Это песня Игоря Мальского. И вокзал, и причал одинаково рыбой пропах. Мы придумали город, в котором суровые дети и развешаны компасы вместо часов на столбах. Мы придумали совесть такую, что дай бог любому. Если кто-то не прав, то попробуй-ка спрятать глаза. Если крик за окном, ты попробуй не выйти из дома. Если в шторм тонет кто-то, попробуй гасить паруса. Если крик за окном, ты попробуй не выйти из дома. Если в шторм тонет кто-то, попробуй гасить паруса. А потом, как положено, возраст такой наступает. Вырастаем из улочек детства, из доброй земли. Стрелка полюс меняет, и город придуманный тает. И пора уходить, и пора нам сжигать корабли. Только я обману, я прическу сменил и походку. Ну а парус не сжег, чтоб пахуча была и легка. Золотую янтарной смолой просмолил свою лодку и отправил на ней по морям своего двойника. Если что-то не так, если в сердце тревожное вьюга, если сплетни окутали через моря и года, приплывает ко мне капитан в парусиновых брюках. Ничего, говорит, не печалься, пройдет, не беда. Не беда, потому что есть город и лодка на свете. К ней приклеились крабы, ракушки, морская трава. Не беда, потому что есть город, где сушатся сети. Не беда, потому что открыты не все острова. Лодка эта приходит не в солнечный день, а в ненастье. Только знаю, что если глаза мне застелит туман, если я промолчу, отвернусь от чужого несчастья, город мой, мое имя и лодку сожжет капитан. Если я промолчу, отвернусь от чужого несчастья, город мой, мое имя и лодку сожжет капитан. В парусиновых брюках широкий.
длинных. Мы бродили в развалку, чуть на бок была голова. Мы придумали море таким, как на старых картинках, и условились так, что открыты не все острова. Спасибо. Это была репетиция номер 328, да, послезавтра мы ее поем в конкурсе. На самом деле, давайте поаплодируем Сергею Нотику, потому что без него не было бы ни этой песни, ни даже, на самом деле, этого этапа в конкурсе. Надо ему пожелать удачи. Он будет аккомпанировать всем. Просто всем участницам. Нет, они, список есть, да, как бы. Репетиция была одна, они один раз... Ну, виделись, да. Всем красавицам, да, и жюри, а как же? Там вот Ира Петровская сидит, на... Ира, люди спрашивают, ты не против? У человека должен быть свой гараж. Вообще? И гараж тебе сказали. Сережа, я не знаю, кто следующий. А, ну вот очень хорошо, он ушел, и я не видела список. Вот, на самом деле, вот как-то так. Я сейчас хочу пригласить на сцену человека, с которым я знакома, между прочим, дольше, чем Сережей Нотиком, дольше, чем практически. Нет, с Вадимом ему с Средой чуть уже была знакома. Но на самом деле, чем с Нотиком, точно. Потому что... На сцену выходит Наталья Коренева, с которой мы познакомились в 2012 году на Соловецких островах. А Нотика я тогда еще точно не знала. Вот. У меня было общение, был опыт общения с корреспондентами Бортрадио. Саша Тихонов, не вижу, где он сейчас. Где Саша Тихонов? А, вижу, вижу. А, Саша меня однажды пригласил поучаствовать в этой в программе на Бортрадио. И я немножко узнала изнанку, как делаются программы. Наверное, не всегда они так делаются. То есть мне были присланы вопросы, на которые я ответила, отправила ответы. Вот. И благодаря этому интервью, такому заочному, я впервые делала запись в студии песен своих, ну не своих, а в своем исполнении, чтобы они в более или менее приличном качестве прозвучали на радио. Вот, Саша, так что ты меня сподвиг тогда на какие-то действия. Спасибо тебе большое. И я рада, что есть такой формат. Формат радио, где можно и послушать, и прозвучать, и быть замеченными корреспондентами Бортрадио. И это, наверное, такая честь для исполнителя, для автора, если корреспондент Бортрадио обращает внимание на тебя и приглашает поучаствовать в программах. Спасибо большое. Я думала, что спеть никогда не пою свои песни. У меня есть немного песен на чужие стихи. Сейчас попробую это сделать. Стихи Ольги Кузьмичевой-Дробышевской. Раскрываюсь тебе и нежна, и тиха, как ракушка слезой. Чистой мыслью и робкость такое стиха начинается новое утро. Я тебе благодарна. Он меня не занес песками.
Я хотела сэкономить время. Эфирное. Ну, ладно. Тогда следующая песня будет уже не авторская. Не моя, в смысле. Так, Ольга Качанова. Такая весенняя, весенняя женская. Для меня она весенняя женская. Нахохлились прохожие, подняв воротники. Зимой на птиц похожи все, юнцы и старики. А женщины особенно осознанно немы кукушками и совами. Мы собьют нас стаи пестрые, заботы и ветра, и кажемся мы сестрами в продрогшие утра, парящие и пешие, и падкие до звезд, и даже птицы певчие. Гнезд по птичьи схожи спинами, да выражением лиц, да прошлыми дробинами, что в сердце прижились, мы кажемся невзрачными для искушенных глаз, а может, вы незрячие. Приметил нас от холодов усталые, в зеркальный лед глядим, почуяв воды талые, себя принарядим, чтоб снизошло прозрение. На вас кто на лету в неброском оперении, в неброском оперении, не видит красоту, красоту. Ла-ла-ла-ла-ла. Я приглашаю на эту сцену Андрея Власова. Он не частый нынче гость в Санкт-Петербурге, потому что по работе в основном обретается где-то там. Я еще более странный гость, потому что я со своим стулом лежу. Да, в столицах, в южных. Это не значит, что я не знаю слов, просто как бы привычка такая, вероятно. Шнурочек обязательно. Я могу без него? Ну. Так, где оно? Вот. Спасибо Ирине Петровской, дала гитару здесь, без своего инструмента. Есть что-нибудь? Бытует такое мнение, мне кажется, оно правильное, что именно авторская песня сохранила такой жанр, как поэзия. А если бы это, так сказать, не произошло, наверное, он бы умер. Потому что когда ты читаешь в СМИ, что популярно в караоке, то у меня, например, появляется лишнее. Седина. Потому что в караоке популярны две песни. «Рюмка-водка на столе» первая, и вторая «Владимирский централ». То есть сначала одно, а потом, как обычно, другое. А поэзия все-таки это высшая степень, ну, как я считаю, бытия языка.
это замечательно, что есть и остаются люди, которые это любят. Это надо любить. Это надо все оставлять, потому что придет другое поколение, им будет хотя бы на что-то, будет возможность на что-то ориентироваться. То в нашу молодость, немножечко, 88-й год, Александр Суханов, телефонный звонок. В окне фиалки не дрожат, рябины ветвь не колыхнется, с небес поток янтарный льется, снежинки медленно кружат, плывут по небу облака, объятья тишины покойны. Все удивление достойно до звука твоего звонка. Панно художника портрет, ребенок Рафаэль, Мадонна, венок, античная колонна, холодное дыханье лет, летят мгновения и века, слова текут легко и стройно, все поклонение достойно до звука твоего звонка. Что-то случилось, да? Двойной молекулы спирали, нейтрино облака вселенной, загадкой необыкновенной дорогой, уводящей вдаль науки твердая рука, там знак любой оставит вольно, все излучение достойно до звука твоего звонка. Ножей спасенья нет, восторг, печаль, а там, где двое, в душе свечение шальное, и рядом с салом черный цвет, не отгоревшие пока, оно и жгет, и ранит больно, но и свечение достойно до звука твоего звонка, не отгоревшие. Они вот как-то в последнее время, в основном песенки, они не появляются, они вспоминаются. Вот. Случайная фраза в голове. Ну вот, типа, я иду по Московскому вокзалу, я очень устал. Иду, и про себя дождик капает из поезда. Вот это все, иду. И вдруг бам, что-то там, ничего, все пройдет. А прихожу домой, думаю, как это ничего, это же Кукин, 67-й год. Да, то есть оно все время туда возвращает, вот в ту классику, и мне кажется, что лучше ее, наверное, не будет уже, вот, к сожалению, вероятно. А вот и Сергей Яковлевич Никитин, 80 лет в этом году, это чудесно, что он жив, и концерты, все замечательно. Это такая путеводная звезда. Я не хочу повторять, что о нем говорила Куджава, но он его очень настолько ценил. Вот, и, значит, Игорь Доминич был такой библиотекарь в Кишиневе, в русской библиотеке. Вдруг внезапно за 8 лет до кончины, 40 лет, начал писать стихи. Конечно, в Молдавии никто его не издавал. Это понятно. И сборники у него вышли потом. Вот, песенка Сергея Никитина, стихи Игоря Демича.
вот сложно, чужой гитаре все-таки. Вот это. Обними меня скорее, сколько нам осталось. Тихо капает с небес мирная тик-так. Жизнь прошла, как нам с тобой, даже не мечталось. Жалко только, что чуть-чуть все-таки не так. То ли смысла было в ней как-то маловато, то ли на вкус она была чуточку горька, то или еще она была, эх, коротковато. Да и что там говорить, просто коротко. Просто было много слез, смеху было меньше. Просто было много зла, доброты чуть-чуть. Было много разных грез, было мало женщин, тех, с которым ты с тобой, хоть в последний путь. Ладно, ладно, не ревнуй, все мы стали злее. Обними меня скорее и пойдем наверх. Поглядим, как ветер рвет паруса на реях. Посчитаем, сколько в тех парусах проех. Посчитаем все свои счастья и несчастья. Округлим, и, может быть, выйдет так на так. Так что, если наша жизнь вышла лишь отчасти, мы не станем на нее вешать тех собак. Мы с тобой поплывем, то смеясь, то плачем. А когда переживем пустоту морей, то, наверное, у нас будет все иначе. Обними меня скорее, обними скорее, обними меня скорее, сколько нам осталось. Тихо падает с небес смертный тик-так. Жизнь прошла, как нам с тобой, даже не мечталось. Жалко только, что чуть-чуть все-таки не так. Спасибо большое. Уже сам, да. Оно само. Ну что ж, а мы продолжаем. Вот если говорят, что там Барт-радио, Санкт-Петербург, это ведь не совсем так. На самом деле, мы, ну вот я, да, я в Питере, ну Саша Тихонов в Питере, еще достаточно большая плеяда ведущих, корреспондентов, журналистов Барт-радио, они в Питере, но это не только Питер, это и Керчь, это Александров, это Москва. И если посчитать просто вот по количеству, где больше всего наших людей, то их больше всего в Сибири. Вы не поверите, да. Барт-радио Сибирь, вот, оно такой мощный очень конгломерат, который, ну, сейчас как бы тоже по разным там, причинам, там, мы, и мы реже выпускаем передачи, они, но тем не менее это происходит. Вот, и я сейчас приглашаю сюда, вот буквально из Сибири, проездом, да, из города Томска, да, Наталья Вейзер. Да, добрый вечер. Я сначала скажу пару слов, потом я присяду. Дело в том, что я убедилась, что все случайности, они так не случайны. Случайно и не случайно я попала на фестиваль «Цейский вальс», где познакомилась с представителями, самыми старейшими, самыми лучшими клуба «Восток». Вот, это осенью было. Так получилось, что случайно, по своим житейским делам, я приехала в Санкт-Петербург и случайно поучаствовала в фестивале «Весенняя капель». Случайно стала там дипломантом. Это вот было совсем недавно. Я сегодня случайно попала в клуб «Восток».
так узнала, что день рождения Барт-радио «Сибирис», и пропустить это событие невозможно. И получается, я еще передаю большой-большой привет большой команде, огромной, дружной, творческой команде Барт-радио «Сибирь», потому что они освещают события вардовской жизни по всему нашему большому федеральному, Сибирскому федеральному округу. И у нас проходят различные региональные фестивали, которые освещают ребята. И они выезжают на фестивали в другие регионы. Я видела, как работают ребята из Барт-радио «Сибирь» на Грушинском фестивале, как они ловят замечательных авторов, сажают их на травку, тут же берут интервью, потом это все выпускают в передачи. Поэтому, ребята, вы замечательные, делаете классные анонсы гостей, которые приезжают в Сибирь. Вот, например, сегодня прозвучало, что вот завтра будет концерт у Алексея Бешуля в клубе «Восток». И они сделали про его тур. В первый раз Алексей был в Сибири, и они сделали такой замечательный анонс всей поездки: Томск, Барнаул, Новосибирск. И поэтому и люди приходили и услышали для себя нового автора, исполнителя. Вот, а здесь я пела песню про Санкт-Петербург, и я хочу ее же, эту песню, повторить. Это песня Ирины Орищенко, она называется «Мой старый друг Питер». Если вы мне поможете. А как же? Спасибо Алексею за гитару. Еще хотела сказать, что я представляю клуб томский авторской песни «Находка» нашему клубу 23 года. И хочу сказать, что в нашем клубе очень много своих авторов-исполнителей. И также наши исполнители очень любят песни, в том числе и питерских авторов. И исполняем с удовольствием песни Валентина Вихарева, Татьяны Кутеповой, которые являются представителями клуба «Восток», так гостеприимно сегодня принявшими и отмечающим день рождения Барт-радио. Мой старый друг Питер, ты сводишь мосты для встреч, разводя для разлуки. Звонишь чаще в ночь, и среди темноты остры телефонные звуки. И голос далекий так близок, что мне становится зябко и странно, как будто стою на ветру на Неве, и хочется верить обману. Съезжу ненадолго, загляну в окно города с названием теплым Питер. В желтом полнолунье теплится оно, в нем мой дворик детства виден. Мой старый друг Питер в ладони свои меня принимал при рождении. Дождями дворы в расставание поил и ждал моего возвращения. Из тысяч вокзалов, дорог, городов, где небо казалось высоким, он стать для меня ближе всех был готов, но все ж оставался далеким. Съезжу ненадолго, загляну в окно
городах с названием теплым. Питер в желтом полнолуние, теплится оно, в нем забытый дворик. Съезжу ненадолго, спасибо. Еще раз днем рождения, Барт-радио. Не только Питер, но и Сибирь. Спасибо большое. Знаете, вот раз. Не знаю. Не знаю. О, есть. Пошло. Вы знаете, вот когда, как только становишься, ну, громко сказать, журналистом, ну, наверное, все-таки не громко, наверное, как только становишься журналистом, тут же возникает следующая проблема. Вот в школе у меня по русскому было 3. Я честно скажу. Не, ну, то есть в сочинении это еще ничего, но вот орфография и грамматика... И поэтому, конечно же, мы привлекли для того, чтобы как можно меньше делать ошибок. Ну, когда говоришь, ты еще ничего, вот в этом отношении радио хорошо. Но когда ты пишешь все это дело, мы, конечно, привлекли к этому делу человека знающего, мудрого в этом деле. Вот. Но мы не знали, что помимо того, да, что она начнет править наши посты, она еще и начнет делать передачи, брать интервью. В общем, все. Да, Света Любецкая. Вот очень, очень теплый, очень светлый, очень нужный и очень приятный человек, который на нашем радио, на Барт-радио, занимается тоже, наверное, всем. Сколько у тебя там передач сделано? Да, по-моему, не сосчитать. Света. Да. Я думаю, что училок, наверное, узнает в любой толпе. Это даже тату не надо делать. Ну, в общем, мы без этого там тоже не обходимся. Но счастье в том, что коллеги по команде... Они все люди образованные, умненькие. Местами. И, ну, тем не менее, я должна сказать, что все-таки, вот, несмотря на разнообразные таланты моих коллег, а у нас достаточно большая команда, дружная, и хотя бывают периодически какие-то разногласия или... Что-то мы выясняем активно, очень эмоционально это бывает. Тем не менее, вместе выдается иногда такой продукт, пальчики оближешь, и это очень дорого. Вот такие мгновения, они очень дороги. Почему? Потому что вместе как-то все намного быстрее получается. Так, вот сегодня там что-то пропустили, делаем, загружай, да, ты вот там то-то, ты это, Настя пост, Настя там, вернее, там, да, Света пост делает, Настя коллаж быстро делает, потом все правят, кто-то там кричит, нет, там запятую пропустили, а у тебя там чего? Ну, в общем, бывает по-разному, но все равно это огромная командная работа, и за эти 8 лет... Люди, которые делают Барт-радио, они стали очень родными и близкими. И замечательно, что у нас есть чат. Я почему вот говорю, почему Люду-то не добавляют? Ну что это такое вообще? Там уже народ возмущается. Знакомь давай. Вот чудесная девочка, так здорово пела. Давайте. Вот они ее прячут, пока передача не выйдет. Понимаете? Вот так нормально все. Ну да, она так говорит, как будто мы на Барт-радио зарплату получаем, понимаете? Меня
сегодня, да, меня сегодня коллеги в ВУЗе спросили: Светлана Витальевна, а вот у вас там вторая работа, а это как вот? Вот, и когда я сказала, что это добровольно, вот, мне, да, мне пальцем у виска не покрутили, конечно. То есть люди-то все интеллигентные, понимают, но посмотрели с уважением, и я поняла, что да, мы такие немножко, да? Ну да. Я сказала, волонтерская деятельность. Не думаю, что поверили, но вот. Я, дорогие друзья, вот пользуясь тем, что мои коллеги, которые не смогли прийти вот сюда в зал, они, многие из них сегодня смотрят эфир и радуются, да, вот этой теплой, дружеской атмосфере. Ну, во-первых, Володя Чирков, который в Москве. Володю знают многие москвичи, он активный, интересный автор, вот, ну и вообще замечательный. И, конечно, вот рядом там совсем Саша Федоров, наш любимый Панфилыч, вот, Панфилыч, который нас направляет, учит там, как работать с техникой, вот, ну, меня, всех научил, наверное, меня там уже скоро проклянет, потому что у меня не получается, я могу придумать передачу, там наворотить гору всего, да, зная, что Тихонов потом ее соберет как надо, вот, зальет, поправит, вот. Ну, что мне, действительно, мы 40 лет дружим, да, пускай делает. Вот, жена не против, поэтому Леночка Тихонова, которая тоже сейчас вот в Пушкине нас смотрит, жена нашего главного редактора, замечательный фотокорреспондент, ведущая, автор многих передач, Таня Кутепова. Таня, привет, она очень волнуется, вот надо же всех поблагодарить, говорит Таня. Таня, всем привет, обо всех говорю. Таня, к сожалению, у нас очень серьезный человек. Она в своей ветеринарной клинике очень много делает хороших, добрых дел и вот без задних ног. Таня Кутепова. Саша Зенитата, огромный привет. Он нас в Крыму слушает, в Керчи. Саша, вот машут тебе все в последнее время. Очень много проблем. Мы надеемся, они разрешатся, все будет хорошо. Вот, и быстрее делать свои искрометные интересные передачи. Тулю Попейко надо вспомнить. Он в Беларуси у нас, в Беларуси, в Могилеве. Замечательный автор. Но они все пишут, понимаете? Они все пишут и играют. Это я вот, если нотику верить, я хожу за ними с ручкой, да, и аф, 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 вот, вот там это. Ну, на самом деле это не так. Я вам, если позволите, пару стихотворений там прочту. Ну, чтобы вроде как я... Да, да. Саша Ружников. Он не так давно с нами. Но очень интересные передачи у Саши Ружникова. Они необычные. Вы знаете, он иногда такое в них завернет. И настолько душевно. То плачешь, сидишь, то смеешься. И такой, такую канву находит. Диву даешься, как ему в голову вообще пришло. Вот недавно мы Сережу Нотика поздравляли с юбилеем, и когда он там характеристику еноту давал, ну, я сначала испугалась, потому что вот делала эту передачу, собирали, ребята присылали свои кусочки, мы их собирали с Сашей Тихоновым. Знаете, я сначала думала, ну все, Нотик обидится. Потом я хохотала вот во все зубы, потому что, ну, действительно интересно. Настя с Сережей, они у нас местные, да, вот это тоже команда, вот. Ну, главное, значит, периодически вынимать у Насти из рук микрофон, потому что она 24 часа будет с ним ходить и найдет, что туда говорить, вот правда. Вот, про Сережу там кто-то сказал, а вот-вот ленится, да ничего подобного, это, знаете, это все наносное, вот, очень активный, и дай бог здоровья Ире Петровской, вот, душевного здоровья, чтобы она, так сказать, эту редкую орхидею в своем ботаническом саду пествовала и подкармливала и дальше, да, вот.
я бы очень хотела передать еще огромный привет Наташе Шубиной, которая как раз из Сибири. Так получилось, что у нас, вот Сереж говорил об арт-радио Сибирь. Что, уже пора, все, да? Но Наташа Шубина, она как-то вот изначально была в Бартрадио, которое базируется в Петербурге, да, ну эфир-то он города не выбирает, а вот Бартрадио Сибирь, они таким вот немножко отдельной площадкой, коллективом, пуповину еще не перегрызли, надеемся, что не оторвутся, да, Сережа, ты? Не-не-не, уже нет. Да. Вот, интересные люди, интересные программы. Но вот Наташа Шубина, она как-то вот... Да, с Питером, вот с Питером. Вот, да, ей огромный привет. Наверное, завтра утром посмотрит, да, поздно там уже. Алла Подшивалина, которая у нас Бартрадио Урал делает. Алла Подшивалина. Да, ну, как-то вот она одна радио там делает на Урале. Слушайте, ну тянет и ей комфортно, ну и слава богу, если человеку нравится, вот, молодец. И, пожалуй, наверное, Ира Лившиц и Игорь Кармановский, да, вот Ира давно занимается Бартрадио, Игорь тут уговорила, да, уговорила, он чудесные передачи делает, но вы знаете, он и великолепный автор, да, не... Все пишут хорошие песни. А вы знаете, что Нотик стихи пишет? Нет? А я, когда готовила юбилейную передачу, я вдруг нашла стихи его на стихиру. А мне понравилось. Вот. А он говорит, а я на чужие стихи, я так немножко пишу. Вот. Ну, я немножко композитор. Я не знаю, почему он на свои стихи не пишет песни. Но здорово же. Ага, почитайте, почитайте, скрывается, да? Ну вот, мне кажется, никого не забыла, всех упомянула. Кого? Ну и Сережа Назаров, который у нас делал передачи, вот он на Дзене у нас, да, больше, вот... Я бы вот взяла бы и слезала бы у него половину текстов, понимаете, озвучила бы и сделала передачу. Но так же не делают, так же некрасиво, да? А вот Назаров сам почему-то вот не хочет пока. А надо, Сережа, потому что правда интересно. Вот. Ну и Сережа Котлов, он у нас в Краснодаре. Вот. Горыныч наш с какао. Очень позитивный военврач, хирург. Человек с огромным сердцем, с золотыми руками, дай бог ему здоровья. Вот. Ну вот, наверное, и все. Ну, собственно, да, я уже пошла, я уже все рассказала. Ага, стихи. А я стихи в последнее время не пишу. Кармановский пародию на меня написал, и я теперь боюсь. Шучу я, шучу. Предрассветная. В доме, где утро оповестили часы, лишь сквозь пальцы стон. В доме, где ждали тебя и любили, так и не сбылся сон. И холодом тянет сквозь щель балкона, и словно круги шаги. Да у иконы святой поклоны. Господи, помоги. Не надо любви его, Боже правый. Пусть вместе решил не быть. Ты дай ему счастья, здоровья, славы. А мне его дай забыть. Они вот такие коротенькие. Сейчас еще одним помучаю. И, так сказать... Ой... Полночного неба чернильным пологом окутан мой спящий двор. Ни хлеба, ни зрелищ, ни друга, ни ворога, ни гость не идет, ни вор. Водою из крана стекают без времени унылого дня штрихи. Как справиться с тягостным этим временем? Писать по ночам стихи. Или делать передачи, что, в общем-то, одно и то же. Поэтому, да, Бартрадио с днем рождения!
Я надеюсь, что это будет надолго, иначе чем мы по ночам заниматься будем? Спасибо тебе большое. Все. Спасибо большое. Светлана Любецкая. Правда, без нее, как без рук, она делает прекрасные передачи. Это действительно так. А нас еще хотят поздравить клуб, точнее, гитарная школа клуба «Четверг» Елена Сорина. Добрый вечер. Я не так давно пришла в клуб «Музыкальная среда». Из него узнала про клуб «Четверг» и что там есть бесплатная гитарная школа, где можно походить поучиться. И я учусь, и, в общем, учусь до сих пор. Вот. И, в общем-то, познакомилась с Барт-радио тоже в клубе «Музыкальная среда». И периодически слушаю, мне очень нравится. Вот. Ну и вот поздравляю тоже Барт-радио с днем рождения. Ну да, сцену я тоже помогала делать. Что? Спою песню Зои Ященко. Питер, Питер, ты столько знаешь, ты много видел, и все, что я хочу сказать тебе, это только слова. Я снова покупаю билет на поезд, чуть-чуть ревнуя и немного расстроившись, провожает меня до вокзала ночная Москва. Небо, небо, над тобою совсем другое небо, морозным воздухом дышит Невский, скоро зима. А я иду и всем улыбаюсь, я выше облака поднимаюсь, и мне кивают, снимая шляпы на Невском дома. Где-то в любимых парках укрылось лето, и мелкий дождик на водосточной играет в трубе. Нырнуло эхо, дворы, колодцы, по старым крышам гуляет солнце, и пахнет кофе, и все кофейни зовут к себе. Здравствуй, город, пройду по площади вдоль собора, а у тебя есть крейсер «Аврора» и много других кораблей, а у меня лишь одна гитара, немного пара и самовара, в руке синица, которой снится клин журавлей. А я живу на другой планете, там мало света и вечный ветер, и будто расстроенные струны гудят провода. А иногда там бывает плохо, и до рассвета еще так долго. Тогда я все оставляю, как есть, и возвращаюсь сюда. Ой, эти старые мостовые, они все помнят, они живые, и каждый каменный всадник по-прежнему верит в мечты. А я стою незаметной тенью в мальчишке ветхом под звездной сенью, смотрю, как раз
возводят мосты. А я стою незаметной тенью в пальтишке ветхом под звездной сенью, в который раз замирая смотрю, как разводят мосты. Спасибо. Днем рождения еще раз в Арт-радио. Спасибо. Спасибо большое Елене Сориной. Я тут специально с этого микрофона, потому что есть подозрение, что у нас будут еще сейчас сидящие артисты. Зачем же нам дергать лишний раз микрофон? Благодаря проекту «Барды Питера» и вопреки вообще всем и всему, больше 5 лет назад я познакомилась с человеком, который сказал: я хочу сделать новый клуб. А я в очередной раз выдыхая сказала: ну сколько у вас уже таких было? Про себя, естественно, да, как бы хочешь, делай. От меня что-то надо? Не надо. Все, welcome, делай. Она сделала. Последнюю пятницу апреля, 26 числа, мы отметили 5 лет музыкального кабачка. Я приглашаю на сцену Дарью Буркову, которую искренне... Наша дружба началась с микроссоры, но с тех пор... Нет, гораздо раньше. Мы с тобой в 2013 году встретились в «Парусе». Ну, это было очень это давно, было забываемо, это было очень... а после этого было незабываемое. Вот. Самое главное, что я этого не помню, но это не важно. Давай пой уже, солнце. Да. Меня просили очень быстро, потому что нас всех очень много. И как-то вот... В общем... Поэтому в 2 раза быстрее или по одному. То есть песня будет в ускоренном варианте. На этот микрофон лучше, да? Нет, вот же. Стол. Вот стул. Да, вот это стул. Вот микрофон туда бубнят. Так, друзья мои, поскольку просили действительно чуть-чуть ускориться, то, соответственно, мы сначала поем, а потом поздравляем. Но это именно потому, что я ничего не помню. Обе песенки мои. Петербург принимает дождями, теплом, брызгами волн, распахнув свою душу, словно Марсово поле, согревая огнем. Любую холодную зимнюю стужу наш город обнимает тебя до утра и не отпустит своими дождями. Он светит луною моими очами, без фонарей провожает тебя. Мой город обнимает тебя до утра. Теми ночами, что светлее рассвета, красотою своей алым парусом корабля и мостами, разведенными летом, наш город обнимает тебя до утра и не отпустит своими дождями. Он светит луною моими очами, без фонарей провожает тебя. Этот город не отпустит тебя никогда, окутав туманом промозглою дымкой. Солнце встает, потянувшись, зевая от него, и лучик играет водой паутинкой. Наш город обнимает тебя до утра и не отпустит своими дождями. Он светит луною моими очами,
без фонарей провожает тебя. Это ведь я провожаю тебя. Знаю, это я обнимаю тебя. Это ведь я укрываю тебя. И на эту сцену я хочу пригласить Марину Холодову, губная гармошка. В данной песне мы ее сократим, Мариш, да? Там будет полтора куплета, не пять, как обычно. Нам сказали, да, там через строчку, там, да, в ритме 4-2-8. Командуй. Да, кто хочет танцевать, ради бога. А то мы уже, по-моему, засиделись. Девочки, тюльпаны и поцелуй, пусть будет нежность и весна. Короткие юбки, кружево ткани, бантики, стрелки и красота. Красота, а в Питер вновь пришла весна. И красота, да-да-да, а в Питер вновь пришла весна. Пальсируем парой кудри на плечи, какие ароматы витают вокруг. Давайте присядем, устали под вечер, Юсуповский рядом, и рядом же пруд. Весна, а в Питер вновь пришла весна. И красота, да-да-да, а в Питер вновь пришла весна. Танцуют все! А мы танцуем в белых туфельках на каблучках. Ах, 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 коленочки открыты и шарфик на плечах. Ах, 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 весна, в Питер вновь пришла весна. И красота, да, 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 в Питер вновь пришла весна. И девочки тюльпаны и поцелуй, пусть будет нежность и весна. Короткие юбки, кружево ткани, бантики, стрелки и красота, красота. В Питер вновь пришла весна. И красота, да, 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 в Питер вновь пришла весна. И красота, да, 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 а в Питер вновь пришла весна. Марина Холодова приготовится Дмитрию Виноградову. Восемь лет Барт-радио. Замечательный возраст. Возраст открытий. Возраст детства. Поэтому спою песенку детства. Босоногого короткие штанишки, лужа самый лучший в мире водоем, в котором прыгать весело девчонкам и мальчишкам, вымокнув до нитки под проливным дождем. Детство торопливого разбитые коленки, двухколесный велик будет укращен. Потом ныряешь в ванной, проваливаясь в пенке, и бородою пенной очень восхищен. Детство свое не забывай, детство зовет,
сказочный край. И вот ты летишь, не зная границ, за горизонт вслед за стаями птиц. За горизонт вслед за стаями птиц. Детство хлопотливого, маленькие ручки в спичечных коробочках, коллекция жуков. И на репьях прекрасные выросли колючки, которые цепляются к нам со всех боков. Детству шаловливому попала в рот смешинка, и теперь смеяться не перестает. И на язык поймается холодная снежинка. Кататься с горки кубарем никто не устает. Детство свое не забывай, детство зовет в сказочный край. И вот ты летишь, не зная границ, за горизонт вслед за стаями птиц. За горизонт вслед за стаями птиц. Ну и следующая песенка называется «Змей воздушный». Она про дружбу и про ниточки, которые нас связывают, и в том числе эта ниточка Барт-радио. Змей воздушный, ветра друг, на веревочке моей. Очень хочет в небеса улететь он поскорей. А бывает, что друзья улетают в дальний край. Если ниточка крепка, ты не бойся отпускай. Не для ищущих границ, чтобы увидеть много стран. На закате стаю птицы, великий океан. Ветер гонит облака над поверхностью земли. Издалека, далека прилететь они смогли. Закружится голова от событий череды. Берега и острова, много света и воды. Но друг друга мы найдем, между нами чудо-нить. Пусть поможет нам она нашу дружбу сохранить. За движением облаков наблюдаю я с земли. К нам без визы паспортов прилететь они смогли. Пролетают стаи птиц выше стран и городов. А для дружбы нет границ, как для ветра нет оков. Сюда я приглашаю Дмитрия Виноградова. Передаю гитару, да? Хорошо. Прошу. Тогда шнурок передай.
хочу поздравить Бартрадио с днем рождения, здоровья, процветания, долгих лет существования. И спою одну песню, не буду много песен петь. Спою одну, называется «Медведь», песня моя. Счастлив лучу солнца в рассвет. Рыбу ел из простой и прозрачной реки. Витамин на болоте вполне. Клюква спела я ел, набирая жирок, чтобы зиму легко пережить. Я залег отдыхать, лапу в сунувши пасть, задремал, вдруг услышал: он здесь, точно здесь. Там снаружи запахло, я чувствовал смерть. Браконьеры пришли, потревожив мой сон. У них пьяный азарт до безумства. Мне коряги пихают в живот. Точно знаю, пришли браконьеры со мной, но не сдамся я им без борьбы. Пусть потеют, трясясь, опасаясь меня, ведь меня просто так не убить. Насквозь вижу их всех, это трусы пришли, с расстояния каждый герой. Но в ближнем бою пусть попробует кто, из лесов не вернется домой. Я свой страх пережил, вон с берлоги охота давно началась. В неостывших стволах гильзы слабо сидят, и свинцовые пули глядят. Меня. Может, мне повезет, в этот раз повезет. Пуля волос причешет навскользь. Я уйду от людей, больше мне не уснуть. Затаюсь под корягой большой. До весны голодать, что страшней для меня? Пуля в сердце, аль голод большой? Я отвечу, что жизнь была ценной всегда, но смерть пусть еще подождет. Я отвечу, что жизнь была ценной всегда, но смерть пусть еще подождет. Спасибо. А следующий на сцену выходит Илья Железнов. Здравствуйте. Чтобы сэкономить время, моя песня под названием «Сумерки». Я думаю, что этого достаточно. Счастлив звук отдушина несчастных
сердце молье лозой виноградной линет к тебе. Мир разрушен, нет, построен, лишь по занавалу скроен, только с тобою мы остались на земле. Спят часы и зеркала, ночь в забвении томясь, сновиденья до утра утратили власть. Лижет капли серебра туча в небе затаясь, ночь сдала богам любви краплёную масть. Спасибо. Ну а сейчас я приглашу на сцену всех наших замечательных кабачковцев и главного кабачка Дашу. Бачочек. Так, дорогие друзья, торт был, свечи были, не было пожеланий от нас, чего очень хочется сделать. Поздравить ваше радио, наше радио, Барт-радио, пожелать ему в первую очередь, друзья мои, FM Просторов. Вау, это денег, обязательно. А денег на FM соберете? Ну, я надеюсь, что когда мы желаем, оно должно сбываться. А мне нравится. И, идея хорошая. И, конечно же, всем девочкам цветы. Ой, я текст не отдала, да? Я молодец. Да, детям мороженое. Да, а барышня? Вся красота. Давайте сюда. Спасибо. Спасибо. Ирочка, с днем рождения. Когда по пятницам ты лыжат, как лимон, заели пуни и здоровье. Ты приходи к нам, музыкальный кабачок, поможет он набраться сил, здесь стол накрытый, свет горит. Мы друзей согреваем песнями, с нами будет, конечно, весело, всегда открыты наши двери настежь, чтоб счастье заходило в гости. И ты к нам тоже не стесняйся, заходи. А в музыкальном кабачке по вечерам джабу-дабу-бау, звучат гитары, раздается звонкий смех. Джабу-дабу-бау, нет, вы в сомнения и заботы, выходи на сцену к нам, я жду тебя, аплодисменты и успех. Конечно, весело, всегда открыты наши двери настежь, чтоб счастье заходило в гости чаще. И ты к нам тоже не стесняйся, заходи. Любой заезжий бар, джабу-дабу-бау. И здесь рождаются дуэты и стихи, джабу-дабу-бау. И каждый раз ты этой встрече будешь несказанно рад.
и песня новая со сцены зазвучит. Мы друзей согреваем песнями, с нами будет, конечно, весело. Всегда открыты наши двери настежь, чтоб счастье заходило в гости чаще. И ты к нам тоже не стесняйся, ты к нам тоже не стесняйся, ты к нам тоже не стесняйся, заходи. Поклон самому главному бард-радиисту. Иди уже сюда, иди, твоя очередь. Да, мне просто так. Там все по-взрослому. Да, спасибо. Он же прогулял юбилей. Я одна представляла всех. Да, вот Настя как опять могла. Всех отдувалась. Друзья мои. А он спрятался и в карман. Он достает из широких штанин. Нет, достает. Давайте поаплодируем все. И музыкальному кабачку. Спасибо, дорогие, спасибо за прекрасные ноты. Да. Вы не поверите, но на сцене остается Сергей Нотик. И мы все-таки завершаем этот вечер. Праздники не могут быть бесконечными, но Бард-радио звучит круглосуточно. 24 часа в сутки, 365 дней в месяц, хотел сказать, в неделю. Тяжело. Вот, вам понравилось. В год, отлично. Вот, мне они еще слушают. Это же проверка не только моей дикции, моей соображалки, а реакции зала. Значит, вы не спите, и это очень хорошо. Сергей Нотик. Ну, за 8 лет невозможно 8 лет прожить без потерь. Завтра будет 4 года, как с нами нет Лёвы и Фита. Да. Это скрупулезный, занудный, выверяющий свои передачи. Вот да, это, не знаю, он. С детства он хотел быть журналистом, правда, футбольным. Вот, то есть спортивным журналистом. Он мечтал об этом, он даже ходил на курсы. Прочее, спортивным он не стал. Но вот корреспондентом и журналистом Бард-радио он стал. И передачи, которые он сделал, они прекрасны. И это его песня. Ну, это песня Владимира Ландсберга. Но это была одна из главных песен и для Лёвы и Фиты. Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Но не только в этом дело, а еще и в том, что по небу ходит кто-то, эти звезды зажигая, чтоб до самого рассвета им гореть, едва мигая, кто, не знаю, но предполагаю, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит и чиркнет спичкой, огонек зажжет зеленый и заторопится дальше, дальше, дальше. И так всю ночь бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит. И черкнет спичкой, петель подрежет и нагар щипцами снимет. А если стеклышко замутится, он протрет его мягким фланелевым лоскутком, чтобы звездочка сияла до рассвета. Чтобы звездочка сияла до зари,
А еще есть у него забота следить, когда пойдет дождь, чтобы фитили не отсырели. А еще вы, наверное, думаете, что когда с неба падает звезда, у фонарщика тут же убавляется забот. Ничего подобного, потому что тут же на ее месте рождается новая. Просто поры до времени ее и не разглядеть невооруженным глазом, и поэтому бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Новорожденные звезды он излейте и поливает. Вы мне скажете, я вру, и так, конечно, не бывает. А вы возьмите телескоп, только очень хороший телескоп, посмотрите сами, и вы увидите, что бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. Вот он лесенку приставит, вот оконце голубое отворит, и черкнет спичкой, огонек слегка подправит, и заторопится дальше, дальше, дальше. А ведь когда-то было высоким этот маленький фонарщик. Был высоким, был ужасно тонковязым, таким, что и лесенка ему не нужна была. Но, увы, от ночи к ночи уменьшался раз за разом. Так, глядишь, скоро от него и совсем ничего не останется. А все дело в том, что есть у него привычка. Спичку он зажигает, чиркая подметку своего башмака. Странно, при этом подметки остаются совершенно целыми. А уменьшается сам фонарчик, ну пусть не намного, на 0,00, одну какую-то там миллиметра. И все же говорят, что дело вовсе не в этом, а в том, что каждой звездочке он дарит частицу самого себя. Но это же страшно. Каждой звездочке хотя бы частицу себя. И вот уже бродит маленький фонарщик от звезды к звезде. И когда его не станет, что же люди будут с нами в небе добрыми руками, кто затеплит это пламя? А вы улыбаетесь, вы-то знаете, что никакого фонарчика нет, что все это ядерные процессы, распад, синтез, выделение колоссального количества энергии, миллионы веков, миллиарды световых лет и бесчисленное множество вселенных, которые разбегаются, разбегаются, разбегаются. Их уже не собрать, если только за дело не возьмется. Маленький фонарщик. Вот так и живем мы, между радостями, горем, впрочем, как и все люди. Ну, в общем, наверное, в арт-радио оно такое же, как и все. Мы будем рады видеть вас, мы будем рады, если вы будете нас слушать. Мы будем рады, если вы нам поможете финансово, да, можно посмотреть, у нас там посты выходят, когда... Вот, в принципе, это не очень дорого нам по арт-радио обходится, ну, там 4-5 тысяч в месяц на это улетает. Спасибо, спасибо громадное всем, кто помогает, потому что, ей-богу, дорогие друзья, благодаря вам мы как бы семейный бюджет сильно не кромсаем свой, да. Вот.
Слушайте, ну вот на самом деле, да, то есть если там 100, даже 100 рублей в месяц от вас, это будет просто нам здорово. То есть на Boosty мы завели аккаунт, и он работает, слава богу, что этот сервис есть. Вот, потому что как бы и вам не напряжно там. Есть 100, 200, 300 рублей, там кто-то 500 дает. Вот. И, то есть нам этого хватает на прожитие и на какое-то даже развитие иногда. Вот. Мы будем рады вас видеть на наших концертах. Вот можете там сфотографировать вот это вот дело. А, сейчас она все умное скажет. Конкретнее и проще, да. Ходячий бард-календарь в действии, конечно. 16 мая у нас Питер поет песни Булата Акуджавы. 19 июня Питер поет Визбора. 24 июля Питер поет Высоцкого. Мы обещали эту серию, мы ее ведем. Будем рады вам всем. Ну, а также хочу сказать, в гнезде глухаря, конечно, извините. Да, в гнезде глухаря. А также будем рады видеть вас на фестивале «Лес», где Бард Радио делает свою бардовскую сцену. 23 июня. Ну, в общем, ну, короче, суббота, это летнее солнцестояние, что там, да. Да, суббота, вот. Дневная сцена. Да, поэтому будем рады вас там видеть, и мы там обычно собираемся. И многих из тех, кто здесь, мы там и видели, и будем рады. Снова и снова. Вот. А сейчас а так мы спасибо уже давно, большое Востоку регламент... и лично Алле Левитан. Давайте поаплодируем, да, за стойкость и поддержку, и приют, и вообще, честно, искренне, от души. И каждому из вас, что вы пришли слушать, петь вместе. И мы, в принципе, спасибо, вместе. Мы уже перебрали время много, поэтому спасибо всем. На сегодня все, мы продолжаем работать. Спасибо.